Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Мама и я», и сегодня мы продолжаем ежедневный квест в X-Empire. Была пауза в несколько дней по, скажем так, семейным обстоятельствам. Ну вот сегодня мы выходим в эфир. Если хотите не пропускать эти ежедневные квесты, сразу подписывайтесь в наш Telegram CryptoBlocks. Там мы каждый день создаем пост, и вам так, возможно, даже будет удобнее. Ну и погнали выполнять наши задачи. Забираем ежедневную награду, не пропускаем. Нужно улучшить навыки и натапать, что мы уже сделали. Загадка дня на сегодня. Это кустоди. Или... кастоди. Кастоди, ну, по латыни кустоди. Следующее, ребус дня. Елд и елд, 5 букв. Пробуем, забираем. Все это мы проходим на 11-12 октября. Нужно сделать инвестиции. Спускаемся вниз, как всегда. Высокий риск – это у нас космические компании. Ух, ребята, полетим в космос. Сегодня сказали, что дата аирдропа будет 24 октября. Посмотрим. Следующее – это добыча золота. Да, золотодобыча. И мемные футболки. Самое, что интересно, сказали, что 24 октября, но какого года, неизвестно. И на каких биржах тоже. Поэтому вот мы задаемся вопросом, они держат интригу или пока что похвастаться нечем. Пишите в комментариях свои мысли по этому поводу. А так до 24 октября, если этого года, там осталось сколько? 2 недели, да? Будем посмотреть. Просто действительно самый интересный момент, какие биржи согласятся разместить их токен для продажи у себя. Вот. Был еще такой момент, говорили, что ваучеры их торгуются, и они не падают ниже 3 тонн. Вопрос в другом. Все ли участники игры смогли воспользоваться созданием своих ваучеров? Если же большую часть ваучеров создали сами разработчики, то они, конечно же, цену будут держать, вот. А потому что им нужно распродать вам подороже. Поэтому вы не думайте, что если цена ваучера дорогая, то ой, как хорошо, что эта монета так дорого стоит. Вопрос в другом, кто ее создал. Вот, поэтому давайте дождемся листинга и посмотрим, чем они нас удивят или разочаруют. Все, ребята. Всех обняли, приподняли. Также продолжаем прокачивать. Мы уже в этой зоне чила играем только с 2 аккаунтов. На 3-й время не уделяем, не тратим. Все. Всем удачи и до следующего ролика.